Это очень странно. Я почему-то все время хочу есть. Вот я подхожу к заправке и понимаю, что я хочу есть, но здесь еды нет. Я захожу в магазин и вижу здесь продукты, и я хочу их съесть, но у меня нет с собой денег. Я подхожу к морю, хочу поймать рыбу, чтобы всю ее съесть, но у меня нету удочки, а я ведь так хочу есть. Я захожу в библиотеку, хочу посмотреть, может кто-нибудь здесь оставил какой-нибудь маленький недогрызенный бутербродик, но его здесь нет, а я все еще хочу есть. Вам может показаться странным, но иногда я захожу в какие-нибудь разные места, вот типа этого, и думаю, что-нибудь здесь найти, потому что я хочу есть. Я сижу на детской площадке на качельке и все еще хочу есть. Сейчас я присел на ржавую карусель, которая не крутится. И вы представляете, как вы думаете, что я хочу? Я хочу есть! Я поднимаю руки вверх, я сижу на песочке, я лежу на земле и я хочу есть. Папа, дочка, покормите меня! Вот так всегда. Только мы хотим поиграть в какую-нибудь игру, и наш персонаж говорит, что он очень голоден. Ребята, мы целую неделю его не кормили. Давайте его вместе с вами покормим и сделаем самым толстым, самым жирным, самым большим в мире. И, кстати, тут вышло обновление. Посмотрим, что будет. Хорошие денечки. С каналом. Папа. И дочки. Ну, наконец-то, наконец-то. Ну, ладно, пускай мной управляет Аришка. Главное, чтобы она меня покормила. Ариша, корми меня хорошо. Я хочу стать самым большим и толстым. Все, корми меня. Наш персонаж совершенно прав. Мы решили, что сегодня управлять им будет Аришка. Ну, если ее несколько раз съедят, она тогда уже не будет управлять. А если не съедят, тогда будет управлять Аришка. И давайте мы специально для нее, чтобы ей было попроще, купим скорость за 50 робуксов. Так, покупаем. И чтобы Аришке было легче, она теперь будет быстрее бегать, чем все остальные. А у нас для тебя челлендж обжорства. Если ты успеешь подписаться на канал и поставить лайк, то ты накормишь нашего персонажа. А если не успеешь, то оставишь его совершенно голодным. Итак, начали. 1, 2, 3, 4, 5. Успел? Тебе огромное спасибо от нашего персонажа. Ты самый лучший. Все, ребята, управление у Аришки. Отправляйся в Ты зачем к этому человеку? Он же тебя сейчас съест. Я не к этому. Я тебя съем. Аришка ищет. Ну вот, видишь, ты уже нарвалась. Нарываешься, что ли? Канцел, и ты заново бежишь. Давай, старайся, Аришка, я тебя отдалю. Не попадайся никому, у тебя скорость больше, чем у остальных. Это значит что? Это значит, что ты можешь от них, от любых убежать. Главное, убегай. Ребята, сможет ли Ариша накормить нашего персонажа или нет? Я, кажется, вопрос задал. Кстати, вот обновление, смотрите, дорожка появилась. Для чего она нужна? Я так понимаю, что если вы большой и убегаете от огромного, вот этот мостик дает возможность как бы от него проскочить и убежать. У нас, кстати, когда выходил сериал, наш персонаж там, который папа, он уже был на этой карте, уже с обновлением уже бегал. Было прикольно. Аришка, давай, беги от этих людей всяких, которые так и хотят тебя съесть. У тебя уже масса 7. Вырастай большой, сильный. Я не знаю, почему 7. И мощный. Я же много кушаю. Ты себя в угол загоняешь, тебя сейчас догонят. Ты держись всегда где-нибудь в центре, подальше от всех. Печенька. Конечно, вон еще дальше еще одна большая печенька. Осторожненько. Его съели. Веди себя здесь осторожнее. Куда? Нет, его никто не съел. Возможно, он за тобой сейчас прям бежит сзади и охотится. Так, остановка, кстати, тоже может быть вредной. Во-во-во-во, тут вон синий чувак, он явно больше тебя. Но если Аришка не сможет накормить, тогда папа возьмет управление и накормит нашего персонажа и сделает его самым толстым на этой карте. Конечно, если мы не встретим какого-нибудь читера, как у нас было однажды в видео. Давай, догоняй, вот этого хавай. Есть, молодец, вот этого тоже можно, вот этого. Да-д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 а. Есть. Сюда не беги, тут толстый. Убегай. Вот этих вот троих можешь съесть, да. Так, сначала девочку. Давай. Привет, вкусняшка. Вкусная девочка. Вкусняшка, ты куда убегаешь? Убегай. В другую сторону. Тише, беги, скорее. Фух, молодец. Быстрее. Уматывай от него. Уматывай в другую сторону вообще подальше куда-нибудь. Уносим ноги. Во, вот этих съедай. Вот этих. Есть, молодец. Теперь вот этих давай. Давай, сейчас съедим. На компьютере мне попроще. Да, ты на телефоне никогда так не вырастала. Ага. Жестко. Есть какого-то человечка, ромашку ты съела? Молодец. Беги!
Вот девочка съела, оббегай вокруг, вот так вот сзади. Да, Ариша, аккуратно, он сзади может быть. Вон он сзади, да, тебе надо куда-нибудь туда удрать. Так, молодец. Ариша, ты себя в угол загоняешь, это опасно. Это очень опасно. Кстати, мне... Вон, смотри, два нормальных чувака, которых ты можешь съесть. Вон они, да. Блин, но они с этим огромным носятся. Папа, как ты сказал? Оглянись, посмотри, что здесь. Да, он тебя не тронет, ты, потому что сейчас в безопасности. А вот сейчас ты в опасности. А вот здесь в безопасности. Он сюда не может залезть. Ну что, чувачок, не можешь, да, забраться? Он, кстати, тех съел. Смотрите, он бесится. Он психует. Он с ума сходит, ребята. Он сошел с ума? Этот чувак с ума сходит. Говорит, как так? Я не могу съесть папу-дочку. Мне очень плохо. А нам хорошо. Вон, жертва, да, лови. Это... Если что, я быстренько спрячусь. Ой, какой ты вкусный чувачок. Ага, увидел нас и стал нашей едой. Оглянись сначала, тот где толстый сейчас. Он по мостику бежит, убегай наоборот. Да, так. Нет. Оглянись, посмотри, что там, все нормально? Ага, да. Все нормально пока. Сейчас все будет нормально, сейчас все будет хорошо. Ну, кстати, Аришка нормально выросла, друзья. Да, видимо, мне на компьютере еще легче, чем на телефоне. Ну и, кстати, тебя, вот если бы я с тобой охотился, я бы тебя уже давно съел. Ты не смотришь по сторонам, ты просто бегаешь. Все, вот я вижу тень, и я подозреваю, что это тень, этот большой чувак за тобой охотится. Кстати, вон, смотри, жертва, вон далеко. Беги! Вон там он в лесу, возле леса, видишь? Вон, чувак. Да, только мне... Это твоя еда. Только мне нужно спастись от него. Да ты пока съела бы, потом бы спаслась. Конечно, надо же покушать хоть, позавтракать. Да. Завтрак, ну-ка стой. Стой, я буду стрелять! Стой, ребята, кто за Аришку болеет, давайте ей лайкусик поставим. Догоняй. Есть! Все. Вон еще, вон. Да, догоняй вот этого, догоняй. А, правей. Убегай! А зачем эта штука? Я не знаю, там что-то будет. И здесь тоже написано, что что-то будет, но будет только потом, пока еще нет. Я быстренько сюда потом на мостик. Давай, проскочи понизу, а поверху перепрыгнула Аришка. Молодец. И на мостик скрылась. Какая ты молодец. Давай, да, вон того. Угу. Сейчас он убежит подальше. Да, он бежит за тем. Тебе надо было опередить, съесть и удрать. Давай, Аришка, надо хоть охотиться. А он забирается на мостик, да? Только не это! Нет, да, он по мостику идет. Опасно, ребята. Опасность миновала. Вон, да, того синего. Давай. Синего. Иди сюда, синий. Вот там девочка. Куда ты? В угол себя загоняешь, убегай в сторону. Туда. Иди прямо. Ближе к стенке. Да, вот так. Вот, только так ты убежишь, да. Синего, лови. Есть! Беги дальше, беги. Прыжками уходи. Ребята, я не могу смотреть. Я нормально на мостике. А нет, могу. А он может, наверное, на него запрыгнуть. Стой, дай я посмотрю массу. У него 1000. Убегай на всякий случай. Ничего себе. Ну зато я выросла же. Да. Я чуть не понял. Я что, опять тощенький? Худенький. И самое страшное, я голодненький. Покормите меня, пожалуйста. Так, друзья, мы не можем отказать нашему персонажу. Я взял управление. Но чтобы было интереснее, давайте мы будем расти под музычку. И очень быстро. Поехали. Только я подрос, только съел девочку, и меня снова съели. Ну что же это такое? Давайте попробуем еще раз вырасти. Ребята, мы выросли вот так вот. Ну, наконец-то я поел. Хотел стать самым большим, но здесь некого есть, чтобы стать самым большим. Поэтому я вот такой. В первый раз, ребята, мы набрали вот такую массу. И больше не можем набрать, потому что съесть... Некого.
Некого, все маленькие, малюсенькие, никто не растет. Вот этого бы мы хотели съесть, но он слишком большой, толстый для нас, да. Мы 707, а он 3278. И это он танцует песенку Биби. Представляете? Ну, давайте поддержим его, что ли, тоже станцуем песню Би-би-би. Хочешь получить сердечко от канала? Ответь на задание. Друзья, в этом видео мы спрятали 3 картинки пасхалки. Напишите, что это были за картиночки. И ваше имя, получите сердечко от канала, если будете вдруг первыми, попадете в рубрику «Победители» в следующую серию, в конец видео. В конце каждого видео у нас есть рубрика «Победители». Попадайте туда, ищите себя там. Все, участвуйте. Участвуйте. Вот так вот победила дружба большого толстого чувачка с нами не очень большими. И даже вон, смотрите, девочка, наши подписчицы, да, танцуют вместе с нами, с нашими футболками видно. Вот раз девочка, вот Мелисса тоже танцует, отлично. Ребята, все, у нас вышло обновление симулятора обжорства. Мы покормили нашего персонажа, а вы сегодня были на канале Папа и Дочки Геймс. С вами сегодня были Папа и я, дочка Аришка. Подписывайтесь на наш канал, советуйте друзьям. И не ешьте много-много еды, только чтобы наесться. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока.